и благодарность, и сгорят к собачьим чертям эти твои все камни. Сгорят. Ты очень чудная, я смотрю. Говорю, сгорят. Да ты посмотри, это же камни, как они могут сгореть? Да камни-то твои, это бумажные. Бумажные они, понимаешь, сгорят. И раскроются в тебе, в твоем сердце любовь и доверие. Да бумажные. Я же всю жизнь с ними ходил, они такие тяжелые. Да ты понимаешь, это вот сердце твое. Да, подожди, чтобы они подумали. Рюкзак. Это твой, и ты сам выбираешь, что чувствовать, тяжесть или свободу. Они раскроют твою душу и научат тебя жить по-другому. Не знаю, не знаю. Знаешь, как это может быть? Ну, давай. Ну, например, ты будешь тренировать позицию ученика. Позиция ученика? Да, позиция ученика. Что я не слышал такое? Я понял все. Слышал. Это да, это типа там кунг-фу, да? Вот позиция журавля. Или там позиция обезьяны. Хоп! Ну, что ты типа того, да, скоро узнаешь. И позиция ученика. Ну, как-то да. Да, но для начала рюкзачок-то отдай. Отпусти. Ну, не знаю, не знаю. Могу же так. Я столько с ним прошел, столько сил, столько. Ну тогда и забирай, знаешь, вот и забирай. Одевай и дальше ходи. Ну, на, забирай. Ой, ну это как-то легче стало, слушай. Да, да. Давай, давай, выкладывай. Выкладывай это сюда по камушку. Давай. Давай. Ну что, родненькие мои. Так. Вот первокурсник пришел. Тоже знаем, с кем мы здоровы. Дождик привожу в пустыню. Давай, давай, идите. Солнце раздаю хорошим. Это куратор. Это кто такой? Ты посмотрел мой рюкзак, он так сел. Это я счастье куда положу. Это куратор. Стой, он зажег огонь в твоем сердце. И сгорели все твои камни, видишь? Да как же так, друзья? Все, сгорели, сгорели. А счастье-то куда? Это второй курс. Так ты пойми, куда счастье, счастье это не камни, их не надо в рюкзаке носить. Счастье это ветер, и ты можешь лететь на крыльях любви, благодарности и доверия этому ветру.